глобалке это будет рейд. Машина. Блин. Олег, а ты знаешь что? Все кроны. Олег. Вон, смотри, байкер, попрыгали. Вот это да. У меня еще анимации изменены, они плюхаются так вот, знаешь, так, как будто, знаешь, переворачивают. Быстро кинь C911, типа, захватили нашу лодку. C911, да, типа... полиция. О, мой боже, как же мне горит. А, у меня горит. А, если нас завезли, и мы, типа, не в том месте. У нас завезли, типа, и все. Нас на ИСО вообще привезли. Все, все, не бойся. У меня гитара в руках. Господа. Лодка захвачена. Могу спеть. Все, сейчас ПП подъедет. Подрывны. И что нам делать? А где у тебя активирован пропуск или нет? Так, ну все, сейчас к вам приедет, вы должны выдвигать свои условия. Почему байкер в скиллы не вкачаны? Это МП5 же. Ну и это байкер. Вы были кикнули по зрению в читерсе. А, тебе кикнули по зрению в читерсе? Конечно, да. Пока я в Афгане уходил. Скажи, иди. Я... Какой так, я сейчас вышел. Тимофей, что у тебя братки голубые какие-то? Да. Подозрительно. Там плохо там стало. А это трансляция на каком радио идет? Да. А не подкаст. А это он просто летает, просто не знаю, что делать. Mm. Я ему должен эфир сегодня сделать. Это интервью. На так. На ой, что-то я его не понял. Сложили все. Боже, собрать ЛВПД, это хуже всех! Ты знал, куда встаешь. Ну, у Димы Джонни Джонсона был. О, Габрикс повыхают. 15, у Себы стабильный 20. Я не знаю, почему сейчас там с шувалом плохо. Но это первый день на лидерах. Какие у нас условия, ребят, напомните? Да придумай самых. Деньги, наркотики, кокс, виски. А, понял, все, там типа не проводите рейды на где-то там все такое, да? Сам, у меня 4 а человека. Теперь норм на краю. Ну хорошо, едьте в УСПД. Нет, это надо олд. Они 9 и катану в руки взять. Че, мы пока покатаемся на яхте, не? Ну, можете. А, плывите навстречу ФБР, во, шикарно. Ну, по-моему, плохой план. А ну они ведь не знают то, что как бы Ваня. А куда плыть? Куда плыть, собственно говоря? За руль стоит батя. Что вообще происходит? Куда мы едем? А вкратце, можете пояснить, что сейчас происходит? Что там поставили? Захват лодки. Захват лодки. А, у меня мэрами. Я все пропустил, пока повышал это печенье, как по раз попадал на пол. Ладно. Так, в какую сторону ехать? Ой. У нас хаота нака суется деться. Да я упал случайно. Хватит. Да у нас пираньи плавают, все. Что-нибудь не так сделать, сразу откушат ногу. Откушат? Куда нужно еще раз лететь? Да боже, да у нас чуваки падают, что делать? Еще раз гляди, куда нужно. Да ему сейчас пираньи откушат ногу. Еще раз Хеллангель. Они возле Хеллангель. Да, еще раз. Давай, еще раз. Захват лодки. Помогите, пожалуйста. Там отстек, надо его себе взять. Я еще и крашнула. Кого? У меня! Ух, ё-моё, это чё происходит? По нам стреляют. Это что такое? Я прям снаряд прям увидел в глазах твоих. Так, а что будет за сбив аптечки? Насколько я знаю, потому что не правило сервера. Это вареник. А вон там, смотри, отстек аж в воду прыгнул. Куда нам плыть? Ё-моё! Да боже, да хаут нага хочет, чтобы ему пираньи от да, я слишком быстро еду, или они там. Или нет? Мост с ФЛВ, да? Да. В другую сторону попробуй. Всё, есть. Я зайти. А если вас привезли на СО? А прикольно, мы где-то плывём, или так и надо? Ой, не проедешь. Ой, то есть не проплывёшь. У тебя, наверное, лодка просто не проплывёшь. Там ты не проплывёшь, мы пробовали. А стоим тут.
А, вон, там слышишь, там чего-то направо, вот едь прямо. Что это такое? Ущелье есть. Ущелье. Да направо, а? Куда ты развер... Направо, а. Вот туда. Реально там какой-то парк. Правее возьми и правее. Так, всё, за... И вот из-за этого можно назвать Радик Мирпой сервера. Смешненько бензин закончился. Нифига такую фигню делает. Да? Ну он плывёт. Нифига фигня на каждом дерби сервере. И дрифтом. Типа ж день рождения. Короче, надлог. Что нам сделать? Переговоры. Ты хочешь сказать, носить вот эти дилдоны это РП? А, пусть они типа остановят лодку, чтобы мы сели. Да, давайте. Останавливайте лодку. По ком останавливаю лодку? Это все копы приехали? Что за бред? Остров целый. Это ФБР. Нас сейчас собьют. У меня один дубль, прикинь, есть. Надо... А у меня есть, кстати, 10 рублей сдонатил сегодня. А я в 2 косаря перевел. Ого-го-го. На это. На арену хватит. Кто снял? Это кто снял ему розыск? Роберто Пинкертон? Да прыгайте, прыгайте, вас сейчас на дуре собьют, какой-то мост построили. Вы же всё-таки ФБР. Всё, завтра. Так а где парк развлечений-то ваш, ёпт? Ну это ФБР, очень мне нравится такая подготовка. Классный план. Боже, я решила проехать, посмотреть. Ой, а чё меня выкинули? Тихо-тихо, сейчас лодку перевернёт. Прикинитесь. Это так выглядит? Нас потолкало всех. А, ясно. Всё, едем, ЛСКЖ. А, боже, а что это построили? Спина это на... Там не только на аэропорту, я тебе скажу. Боже, вот нахрена это серьезно строить? По телефону говоришь. Ты без звука пропустишь? Опа, что это за... Что? Так они тут типа заходили, наверное. Плывем. Отдыхаем, короче. Тип морской бой. Байкеры, бойники, я обычно. Так, сразу скажу, если что, вы меня не видели без дроника, я был в Что вообще делать, я вообще не знаю. Меня крашнуло, собирать... Чего у было три лодки, осталось одна? Брат. Мы только под Санта-Марию начинаем подплывать. Нет, Губа, подрезаем, подрезаем. Мы все вместе едем с ними, мы с ними все вместе в лодке с ними едем. Кто из вас сейчас? Мы тусим. По ком? Требования предъявляйте. Боже мой, я все понял. Ну да. Мы типа едем как дружбаны. Я просто начинаю видеть, что это что тут делали. О, смотри, остров какой-то. Эх, сегодня хотел что-то так не должен. Не понял. Для РПшки они не могут. А как, блять, ты херни делать, так пожалуйста. Что за взрыв под флешку? Это секретное обновление, мы спалили его. Кто-нибудь из вас сейчас фрапсит? Да. 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 Отлично, потому что я фрапсить не могу сейчас. А это секретное обновление, новый город в этот... ПРП мы должны заштурмовать таких. Да, давай, новый город на iPhone. Мне кажется. Остановите меня куда-то, чтобы я деньги взял. Как я, откуда я деньги взял? Сейчас у терпешки заключается в том, чтобы мы как идиоты катались на лодках, и что, и друг друга найти не могли. Я ваши деньги возьму и отдам их? Где третья лодка? Вот где вы? Да. У вас не будет столько денег. В смысле, а что нам делать? Нам дэмить гостиков? Давайте взрыв устраивайте. Потому мы должны чуть их... Так их убить надо или что? Нет, да, их надо всех нейтрализовать. Убивай. В смысле, я сейчас тоже нейтрализую половину гостиков. Тебе надо нейтрализовать, тебе надо начать стрелять по Пшников, но оставлять им децл. Чего? Кого штурмовать ты? Договорились, пацаны. В смысле? Децлы оставить? Не надо никакие децлы оставлять. Тут Артик на 2 дигла. Не. Пау тоже на 2 дигла. Не надо никакие децлы. Че, гоните? Серьезно? Я децлы оставляю? Да не надо. Ну Дарку оставь. Когда начинается штурм, тогда начинается. Вы туда уплыли, и у нас осталось лодка, и мы не считаем. Кому-то возьмем бочку по РП снесу, чтобы он больше что-то не делал. Так, давайте начинаешь, когда... А почему поток? Поток? Что? Что происходит? Ни одного. Стрелять надо или что? Да. Нет, сейчас надо тут пейпер. Ко мне вот этот пацан на яхте, короче, сейчас на нас запрыгнул, и у меня показало, видите, фриз-кар, чтобы... В рацию. Чё, куда плыть? А,
Ай, блин! Почему вы нас оставили? Там и говоришь, типа, штурм на счет 3. Нормально, то есть смотри, Артём сейчас там отсчет какой-то проводит, а мы, блядь, стоим посредине, блядь, океана, нахуй, нам заебись. Олег, Олег. Я отсюда стоял, чувак. Нас она не одна. Да. Куда теперь на яхте плыть, а? Какой яхте вообще? Мы вообще были. Мне кажется, синхроны, мы сейчас вроде убьём. Я на яхте езжу с какой-то... А, все, со всеми. Ой-о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 й-
Лодку взорвали, боже. Лодка рванулась. Я взорвали, ты лодка. Ярко, отлично. Она пропала. Короче, я для своей безопасности беру лодку и уплываю. Вы там выживайте. Пацаны, сейчас мы к вам приедем, короче, давайте я к вам спрыгну. Это вы на лодке? Да, ставить, ну классный план. Долбил я их, короче, поехали. Ваня! Ваня! Я вообще не знаю, что по головам просто. Лодка взорвалась, типа, и меня убил. Это же True RP. Что мы прям сейчас делаем? Бакум, прости, если что-то не так. Выкал сейчас что-то тут. Туда свои машины. Я хочу кое-что сделать. Можно спросить? О, так, я как босс просто стою. Начали стрелять, никто, кто-то... И этот, и хаос, блядь, с гитарой, вообще нормально. Поехали на самом деле Марию, возьмем там дилдонов или что-нибудь подобное. Не помню. А, ты сейчас все на воде. Куда ты не убить? Где? Что, байкеры, свой роль отыграли? Да-да. True RP, начальства нету, мы катаемся по этому, блять. По океану, вообще нормально. Вот это РП? Серьезно. Вот это РП, типа, было. Вот чисто, вот знаешь, от моего лица я, блять, просто покатался на лодке. Я не знаю, меня посреди океана оставили, я поплавал. Можно мне какие-нибудь мотоциклы не звонят, можно. О, слышишь, а ты сейчас где проезжаешь? Я даже, блять, заложников не умею. Не. А Саша? Так, не мать, они все едем за мной строго. Я в ЛСПД еще свой мотик, который сбили. Че это такое, боже? На, не сдал. Синий жив остался? Да, я раньше всех и не сдох. Куда ехать еще раз? В сторону моста Форт Карсон. Как цари повалились, блядь. Так вы в ВВ сейчас или нет? Мы сейчас в ЛС. Это не толкайте. Габрик, бери мешок. Почему, блядь, не берется? Ну, а, заебись. Ох, я! Боже, что у меня с ФПСом? Когда я эту фигню беру? Понимаешь? Не нормально. Это который около шахты. А. Что? Я понял. Сеня, ты еще жив, Сень? А, кстати, а лодки, у Алькатраза лодки остались или нет? Я не могу зайти на чекпоинт. ФБР и лодки Алькатраза еще в живых есть? А, не, нас я ничего брать не буду. Слышишь, тебя сейчас рестартнет просто, как меня, блядь. На пляже. А, вас на пляже. Ну тогда надо вас оттуда забрать. Надо, я думаю, надо, смотри, если кто-то из МЗ еще тут, но я думаю, надо вызвать МЗ и отыграть, типа, там, пострадавших. Ставьте, ничего не будет. Народ. Да, МЗ уже кучу времени стоит там, ждет на месте конечном. Да, так что. Так давайте мы, наверное, отъедем, а вы кинете потом вызов. А, ну давай я сейчас кину даже. А так вас на том пляже или не на том? У нас больше лодки нету. Чем кидаете-то? На лодку. Или давайте вы потом кинете вызов, когда приедете, мы отъедем немного. Вас обратно на пляж Санта-Мария? У нас ни хера больше. Так, смотри, я вообще релогаюсь, понимаешь? Там кто-то, короче, отыгрывали РП, кто-то из байкеров, АЦ какой-то начал стрелять, все начали стрелять. Что, пацаны, РП-шка понравилась? Я вообще не понял, что за бред. И это, у нас тоже я так тоже не понял. Что-то вообще как бы не о чем. Ты сам сказал, Артем, стрелять, я и начал стрелять. Да, надо было стрелять. Так же будет. Ну не по лодке. Катался на лодке, всей компании. Я убивал Дэвин Флекс, а начали... Глобал РП. Нормально, просто у нас очень хорошие люди есть. Адекватный, например, я очень адекватный. В скобочках нет. О, а ты вписал в заявке, что этот на пост шефа? Шо, я писал то, что я целеустремленный.
Адекватный вроде сейчас тоже стоит у моста, есть? Кто сейчас у моста? Боже, что сейчас опять это? Ехать. Никто надо на Санта-Мария, Артём, кинь маяк. На чём ехать? Стоп, мне туда ехать. У меня так-то броника нет. Форкарсон или на Санта? Мне... Нет. Стойте, нет. Вы в Санта-Марии сейчас? Нет, мы сейчас уже у Форт Карсона почти. Форт Карсона, Артём. А стойте, вы сейчас все возле Санта-Марии. Куда дело вторая? Посмотрите, кто-нибудь, верните игру. У Артёма включены наушники и микрофон в диспоры. У Артёма все нет. Као, какой у тебя... Иди. 139. Что, мы у начальников раз в неделю или в раз в 3 дня повышение? Раз в неделю. Чего? Я у Артёма спросил, он сказал, что я чё в эту субботу заливал. Ну, я скажу, в субботу. Нормально. Ну так типа у меня-то ну а чё-то всё равно не надо. Не знаю, я на зам начальника встал 6 ранга, я делал отчёты раз в неделю. А меня как потом типа на 6 повысить, 7 на 8 вот так вот, да? На 6. Народ, можно попросить кого-нибудь из тех, кто фрапс? О, Инферно тебе заспал. Где я? Просто если я буду фрапс, я не смогу играть. Вот. Спасибо. Да-да-да, вижу. Вот. Сейчас не успеть взять какой-нибудь, а то стырится. Кто-нибудь сейчас на форкарс на этом моста? Кто-нибудь там сейчас есть? Даже специально, чтобы типа там кататься. Блин, еще в сот не нравится, то что, блин, в этом скине нельзя в самом ходить. Андрей, дурак. Так, зачем толкаться? Артём, вы сейчас вместе с Хао на этом причале Санта-Марии, верно? Да. Киньте маяк у форкарса. Видите, меня вот слэшев, да, вот этот клоунаду, вот этот типа. Меня взорвали в той лодке. А, ты вообще РК? Вот это он у нас нализывает постоянно. То есть Олег с тобой, да? Ранг у лидеров. Олег. А где маяк? Куда что ехать? Ты делаешь? Сейчас я дам маяк. Хорошо, давай. Я немножко запутался. Тут немножко много мостов в форкарсе. Вот. Ну это... Да, я насколько понимаю, подъехал будет... А пошел проходить эту фигню. Это ты накинул? Кого принимать? Артём Виски? Пит да. Нахуй, молчи вот 20 минут. Полудурок. А, этот мой фигня. Сейчас мы... Сейчас, я дал маяк, это да, куда надо ехать. Сейчас я попрошу, чтобы вам дали лодочку. Это Форт Карсон. Я перевернулся, попал. Да, о, Форт Карсон, Сатира. Или как это деревня называется? Стоять, сейчас скажу. Может кто-то брать? Или не упасть? Нет, Форт Карсон, это который возле шахты, нет. Я сейчас вербовать поеду. Ну, я с тобой хочу. А там со Стасом договаривайся, там... Возле шахты, который. О, можно с вами ни разу на вербовке? А ты где? Что, он решает? Там от Стаса вербовка, я не знаю, что там. Не, мы только что. Карсон? Карсон, это который около СВ, такой пригород. Да. И шахты. Вот, почему? Да, где эти загружаются, бойщики? Боже, да встаньте вы в строй! Трой! Кинул. Ой-ой. Там пойдёныш, цифры. Тут кого-то бить куда? Всё, я построю дальше. А чё за мотик вот этот? Так, где мой мотик? Я его терять не хочу. Дорогу ограждаем? Да, только вот эту часть только. Можно было спокойно до больницы доехать. Будешь этот плацкать, Марк? За мной Андрей приехал. Можешь не ехать, Каврик. Чё, офигел, зачем я там приехал? Так всё... Ну, Андрей, будем приехать. И чё, мелкий состав противника? Лучше по этой типа... Строй, куда? Да. Куда? Я. И все, давай, что угодно. Да,
Так, куда печенье? Вот, третий, я Серега. Угу, окей. О, турики ты заспавнили. О, вы уже... Так. Так. Сюда будет танк какой-нибудь. А где я-то? Чё? Я вот на пляже. Ё-мо, тут инфернусов наспал, у меня 20 фпс. Так инфернус нормально так навалилось. А, прикольно, да, я ник сменил, у меня автокоп к моему нику был привязан. Ещё взял, ты запустился? Всё, давайте, Сеня, ты один там или твоя знания? Я хочу к сеструхе своей, отвезите меня. У тебя ещё живы или нет? У меня 20 фпс, я ничего не 2 фпс. У тебя ещё живы охранники или нет? Да кого я тут интервью даю смешнику? Что дальше делать? Что делать? Сейчас ждём. Егор. Егор. Так, я отойду за напитком, а я уже. Сейчас ждём этого. Сео, Сеню, он сейчас ТПшник, не будет сейчас дурный ТПшник, надеюсь. У меня, я вот просто смотрю на эти инфернусы, у меня 8 ФПС. Сейчас тебя заберут. Боже, что у меня с ФПСом? Зачем столько машин спавнится? Конечно, это может объяснить связано с тем, что он кандидат, он должен президента. Все может быть. Все может быть, это не из личных. Сеня, какой у тебя ID? 139, 139. Так мы отвернемся, и ты заспавнишься над лодкой, которая стоит возле причала на лодке. Базар нет. Подожди, ты мне хочешь, ты на пляж, на котором я и так нахожусь? Нет, на другой пляж. Классный минфер взорвался. О, а так можно Даню подключить. Какой у тебя ID? Так, все, я пропал. Я вернулся. 39. Какой у тебя ID? У меня? Нет, 49, да? 139. 139. Все, хорошо, можно сказать, все, твои ID. ТП на... О, прикольный объект, это что за объект? Можете телефон выключить, СМС? Тут доставили мне, кстати. Нет, до 10 часов нет. До 10 часов. Нет, подожди, если тебе флудят... В то время РП-ситуации телефон выключать разрешается. Да, и если тебе кто-то флудит, то можно выключить, только заскринить надо. Мне во пишут. Время РПшки можешь вырубать и не бояться. Ладно, короче. Главное не забыть его потом включить. Да. Меня просто жутко это отвлекает и... И про вакансию тоже не забываю. То есть, да, я вот эту вакансию каждый раз забываю выключать. Но хорошо, что я вспоминаю и убираю ее. Ага, у меня идет третий слот, я все еще так же забываю вакансию. Блин, я провожу собеседование. О, офигеть, тут на пляже Санта-Мария дом по курсу стоит. Да. 1-2 кака. Да? Ёпта. Элитный. Ты писец, как у меня сейчас онлайн? И чё, мне ТП плохо. Пойду пока Инфернус какой-нибудь возьму, если я смогу подбежать вообще. Почему Гумен... ЛВПД очень сложно фильм поддерживать. В основном из-за того, что ты делаешь собеседование, а тебе вся толпа печень. Устав. Это начальник есть. Которых нету, Макс их расформировал. А мне пока некого ставить. Только один, который не был в сети. Как-то так. Пока я один сейчас все пододержу. Фу, я успел взять баншишку. Строй. Тома, ты с нами? Я хочу. Да. Блять, пацаны, у кого 20 рублей есть? Тут,
вот мы сейчас будем. Отдам, могу вертами, могу, блять, так потом отдать. А куда ехать, да я уже сам. Все, Егор сказал минуту. Егор сказал минуту. Не, если у него было 20 рублей, уже. А, там, сейчас будет магия. Сейчас будет магия. СФ поставит. А то вам буду лекцию забью, короче, в этот биндер. А, сейчас уже обзон закончится? Он с этого начался полтора часа назад. Может, так табличку начекнуть? Зам, скорее всего, да, Веритас станет, он на прошлом обзоне 8.5, и на этом зам 8.5. Эдвард Веритас? Да. 8.5, да. Жёстко. Да, 8.5 так-то и взять. А, ну, так, а бывшего комиссара Джеймс Джонсон надо взять? Нет. А почему тогда у него на форуме текстуры лидеры, а мод модератор? Так уже один. У него? А Коля отстоял свой срок, господи. На форуме. Да, у него забрали модерку уже. Нет, если он лидер, то ему написано лидеры, а не модератор. Модератор у админа. Джеймса Джонсона. Не Джонни Джонсона, а у Джеймса Джонсона. Или я путаю. Теперь то, что ты про Артема говорил. Я про Артема, который комиссар был, бывший. Артем, а что нам этот еще делать? Чем мы стоим? Мы ждем, когда Сеню за нашу спину тпшнут. А чё, давай я уже сам приеду тут. Ну хорошо, идите, я отвернусь в Францию. А куда ехать? Знаешь, где мост от Сан-Фьера к Порт Карсону? Там двухполоска. ЖД мост? Нет, не ЖД мост. А сейчас разберусь. Да-да, вот напротив него. А, всё, понял. Ну я тут уже подкатываю. Блин, Банши, чё ты понял, делся? Рублей нет? Да, мне кажется, вообще не носится. Не-а. Ой, вообще текущий. 190. Блять, хуёво, надо вилку ждать. Я автобус. Я про что говорил, я тоже всех просил. Ой-ой-ой, ДТП. Закинул, в итоге пошёл сам в банкомат и закинул. О. Чем ты финансил? О, кстати, нормальная тема. Я сейчас кое-что чекну на еженедельную. Так, вот сюда, да? Просто. Да фу, ты мне хватало. Стой, Сеня, тебе на лодку надо, Сеня, на лодку. Я отворачиваю камеру, вон там находится лодка, вон туда надо. Ой, чуть-чуть перелетел. Натан Рино. Разбился малёш. Чё, Натан, как оно? С попугаем, нет, подожди, сейчас. Секунду. О, а лодка элитная, я такую же хочу. Нормально. Га написал, что мне выдал модерку, а модерки нету. Всё, смотри, вот раз я. Раз, надо модерку. Что? Ой, криво подминку. Вот я при это. Не выходите? Да, выходите. Кто ПРП ранен? Назови. Я! Каута Нака и Настя Эндерсон плохо. Твой брат. Там Настя Эндерсон, типа. Ну всё, тогда мы идём уже хилить вас, да? Да. Слушай, что, никуда нам дальше это, типа, тип стоит кидать? Так, ну, нужно же сказать какую-то помощь, а потом в больницу, да. Нет? Типа там есть, всё, можно идти? Из всех файлов, которые ты скачал. Так, сейчас. У меня есть музей, профилис и университет. Ну, вот, профилис, и в этот профиль кидаешь этот файл, который ты скинул. И всё? Да. Когда выдают модерку на форуме, меняют ник на сервере, да? Эту суку без автокопа, я нахуй, я заебусь, блядь, биндером тыкать. Так давайте скрипатывал пока скинем. Не, ну вилка подсунь. Нет, так я их отдам, блядь, она просто сейчас нету. Ты своего брата не уважаешь. Надо вертами отдам. Я не вижу тебя, ну. Я тебе могу скрипатывал пока скинем. Ну, я тебя подхватил. Да не, у меня пока на время есть биндеры в классе. Капка захламывай. А, ну, народ, ты больше не знака, ты Витерь Джонсон. В смысле, я ушел. Ну, я в душе был Танака всегда, и останусь, я так чисто был Джонсон. А. Ты покинул Танака, ты мой. Ты вообще сама не в Танака. А там типа все лекции, да, не нравится, ничего заметного. Да, тут сложная система, между прочим. У меня такая же система, как что? Всегда. Там типа все лекции уже есть, ничего заметного. Только теги поменяй, все, положи ты его на тему, боже мой. Просто его запустить и все, да? Ой, я уже привык это к стулам. Опять отчет. Блин, одному держать, проведять все ПД с обески получить. Создание семьи, вы уже состоите в семье. У меня попугайчик четкий, да? Да, прикольный попугайчик. Какую девушку? Я же. А, все, это не тот играет. А сколько лет за раз можно считать?
Ну, вроде типа 4. На земле, я думал, у меня блин, вот какой скин я заменил, да, в, ну, из ПДшника, из ППР. Нейтан. Нейтан, ты тут? Кстати, странно, сколько что лет раз байч нормально. Там кто-то кричит, ёбаный. Ты ПРП ранен, да? Раз, 4. Да. 4 лекции. Ты в сознании, да? Сейчас, подожди, я отыграю, ранен. Ты в сознании или нет? Да. Отыграет, лидеры ПДшника. Кто? Остальных лидеров ПД я не видел. Сейчас мы... Это кто? А шо, у нас ты один сейчас лидер ПД, алло. А, у нас да, с ПД я встал, Коля сегодня срок был. А где ты ранен? В живот, в ногу, в руку, в голову? Прострелили ему колено. Ему колено прострелило. Прострелили. Эй, там еще кровь шпарит, если что, брызжет во все стороны. Я хочу ты смотреть. Да нет, пиши запачкать. На тут, тут, на тут. Слушай, потом можешь мою тачку починить? У меня 4 поломки, я уже задолбался вызвать из того. Или ты еще не... Альт 1, альт 2, альт 3, альт 4, альт 5, альт 6, альт 7, альт 8, альт 8. Да. Я раз 6 вызываю, это я взял. Приезжает, у меня уже скоро 5, по-моему, будет. Я задолбал. Ну там посмотрим. Могу попросить, кто придет. Окей, спасибо. Стой, а ты это, а начальник вообще косы, да? Как-то не кров... Что вообще? Нет. Начальник НС? Я же говорю, там подправить надо. Бля, может никто не подправить? Что-то вообще. Короче, по рангам это все типа начальный КНС, только там банк и другие есть. Переделали полностью систему ФБР, еще при Арчи Вридсе. Чё, блядь, меня этот бич давит? Носилки сейчас тут или нет? Ну не ПРП, на земле лежат. Сейчас подожди, лежат. Опять кустом поколился. Лежат, потому что тут кушать. А хотя нет, он неплохой, 10. Так. Ну чё, давай неси меня. Не знаю, я надеюсь, как Макс простоит на Алике. Что-то внезапно все МЗшники лопнули, что за фигня? А вы уже все, вы уже везете Хава в больницу? Сейчас мы его в карету и повезем. А где вторая карета? Так, что мы сейчас делаем? Подожди. Сопровождаем, да, сопровождаем МЗ до больницы. По-моему, так. Эта карета не эта, какая-то без дверей. Так какая разница, уже как осталось. По-моему, немного не в порядке. У вас эта Настюха какая-то нифига за ноги растянула, офигеть. А я туда сяду? Не, мне не могу сесть. Оп. Игорь, бери руль, бери, Игорь, руль. Игорь. Так, все, 11, я собрал это. Поехали. Подожди, его очень засунули. Саня, сколько у тебя денег? А, мне нет денег, я свои деньги отдала промочку. Юли? Откуда знаешь? Ладно, все, едем. А зачем ты ему их отдала? Ну, я промочу. Габрик, ты в офисе? А, ехать, за каретой ехать. Свободно. Подкуп. Блин, а что же?